В рамках национального проекта «Демография» в комплексном центре социального обслуживания населения Веры Искитимского района открылось отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия с клиентами проходят 5 дней в неделю. Отделение дневного пребывания начало работать в комплексном центре в начале марта. Первая группа клиентов – жители поселка Керамкомбинат. До места людей доставляют на специализированном транспорте. С транспортом нам понравилось, что транспорт выделяется прямо от подъезда и до реабилитационного центра. Очень удобно. Очень удобно. И он специализированный, подготовленный именно для людей с ограниченными возможностями. Так что вот прямо, можно сказать, с порога, да, уже такое приятное впечатление. Транспорт оборудован, у него дополнительная подножка, если вы спускаетесь, поднимаетесь в автомобиль, у него дополнительный кондиционер для того, чтобы было комфортно внутри транспорта. Также есть подъемное оборудование, которое помогает, если инвалид-колясочник, чтобы можно было его закатить в транспорт, комфортно доставить в транспорте. Ежедневно с клиентами работает психолог, проходят и творческие уроки, а также массаж, занятия лечебной физкультурой и физиотерапия. Большую роль в реабилитации играет и отношение персонала к клиентам. Атмосфера лечит, говорят женщины. Как домой иду? И встречают хорошо. Ну, мало то, что ладно, массаж, гимнастика, эти кто они, психолог, все хорошо, но отношения еще лучше. Каждый день клиенты проводят в социальном учреждении по 3-4 часа. Домой их также увозят на специализированном транспорте. Курс реабилитации рассчитан на 21 день. Следующая группа начнет заниматься в апреле.